все сорок, конечно, если я буду 30 тебе давать. Так, короче, тогда следующим образом. Этиола выходишь, в силу бездны заходишь, ДЦ. Рыбку ставлю. Дальше. Чё хоть? Так, Утя выходишь. Раздавака заходишь. Полина выходишь. Малдазар заходит. Коняк, и ты был мне другом. Два ханта на РНЖ, фласки на сопрот. Кого ты на 8? Буду фурик. Продайте, пожалуйста, фласку. Можно из ГБ заподобить? Кто на это? Да-да. Фурик, ага. Да. Пианист, продашь? Из ГБ. 400 голды. Сопрот, что ли? Ну, пора денег снимать, да. 250 голды, гетки. Хоть 50 голды буду с фаски поднимать в рейде. 50 динка в рейде стоит сопрот, я за 250 продам. Мне больше не надо. Ты что так скидываешь? Я дам, я бесплатно дам. Давай мне бесплатно, кто там бесплатно дает? Сейчас. На почту пару штук. Сейчас, сейчас пересумонят. Лапку пристабав. Все будут бафну лапку. Шкаф дай все. Вот и давай сюда. Давай мне. Всем, кому надо сопрот, я за 1000 продам. Да заеба, давай по 200. Тебе сказали, ехать, кидай обмен. Так, слобик здесь. Кому что не хватает? Дайте сопрот кто-нибудь, пожалуйста. Лапа пристабав. Сейчас все будут, будет пристабав. Это... Правильно, правильно. Нечего. Помните, ребят. Кого нету еще в инсте? Малдазар. Малдазар. Эдвард, ты тут? Плюс не вредит. Малдазар тут? Да. Кому сопрот обмен? Ты умеешь нажимать оборонительную стойку и вмешательство? А кто танчит? Да, умею. О. Будем с тобой меняться. Сначала я, потом ты умею. Кстати, Джипсы. Это в танка надо будет? Что в танка? Вмешательство. Я в фурике. Мы с тобой обмениваемся. Сила бездны здесь. Слобик здесь. Все здесь. Танты на позиционных установите сразу. Дашь мне диван? Кто сдохнет до этого, до убийства босса, начистил ГПшку. 30 свима. А, Лёх, чё там, под босса, да, бежим? Ты дашь диван или нет? Никаких диванов не буду давать, всё, поехал. А как бить-то, ну? Диван, 3 косаря. Учите стоп. Еру. Причем тут стопать, если скидывать-то ничего. Все, раскол на стоп. Минус один, мост, там 250. Жопа нет. Гена поднимаешь. Что сложно выпить сопрот? Задайте там ману заодно. Говори, то белый того босса без пути. Так, потому что у них два танка. У меня сопрот висит, почему убило? Потому что тебя не абсорбили, и премиума даже нет. Пусть ОЕшки сам станет. Баф обновить. Удобно.
Это на кого? Ник, ты чё? Тобой, да? Коват, выручает. Бей. Тадам, салю. Диван лучше. Да. Не сейчас, конечно. Или что, ты мне предлагаешь котика и пятиться? 49%, так что можно уже дохнуть. Вот там 49. Сказал до конца. 46. Убить. А, до конца? Давай, можно за. КД каждый раз после того, как я в тебя чаржнулся. В Редвар обычар был. Где там три позиции поломано идут? Редвар, Делоро, Герка. Редвар отдал. Предатель. Котика и пять. Да сука! Делора, следующее ты будешь. Я ты там далеко набрал вообще. Да. Ты, да тебя нету вообще там. Поставьте портал в Долорас, сука. Я сейчас, блядь, я сейчас камень возвращаю. Долорас, нет, девка следующая. Ну, нормально, 78%. Быстрее добьёшься. Я ведь реально камень возвращения прошу. Девка, самое время тебе триксы, да? Если есть СС, могу тебе через диван. Сука! Девка там сейчас палит. У меня КДС. Да, давай по девке. Отдал фальву, Гео. Все в КД. Казум следующий. Так, откатится. По ваге. Вага следующий. Подам сальву и диван. Вага ушел, маргинал. Я реально лучше прожму, блядь, камень вращения. Кто же добивает? 84 у второго. Кого? Там 84. Оригинал. 82. Еще добиваем. 80. Блин, гоните ТПС, пожалуйста. Да, и этот лучше разгрот. Кто меньше двадцатки дал вагон? Можно хотя бы топ-4? О. О, раздавака один дамажил, блядь, ваш кто не дамажил? Не раздавака в скобочках тотема, да? Не дамажит. Тотем вулкана. Почти 3 ляма. Понимаю. 32%. Понял. Где, кстати, да, слобик? Нету бонуса. Что-то я проебался, наверное, когда смотрел. Он один тут на мейн роли, да, Лёх? Да. Там же больше никому не нужен этот токен плечей на макло. Как понять никому? Они же уже выпали. Я понимаю, еще кому-то, кроме Чернтролля, нужен был он или? Резисту вроде бы надо. Резист. А нет? Если ты байеров ищешь, у меня уже там сидит в очереди человек. Так резист это не троллил. Он черный тролль пишет. Резист сегодня был в этом, давай рейдем. Он уже 4 Т5.
А Лока 3-5, ему остался еще грудак, походу, да? У тебя Байер у тебя сидит, который Хара? Ну вот, а что от них? Так падает, он тоже уже 4-5 будет. А, Хара, Джек, Пест, не знаю, как мне понять. Нет, это Байер Еуджи. У меня Байер Мак, который уже заходил. Стоило отойти, уже половина рейда лежит. Просто Харю не взяли на этот ЗС-ку, то сейчас. Ну там нужна была вроде бы эта голова последняя. И он такой, типа, блин, я, наверное, уже поищу другого. Говорю, ну ладно, там освободилась, давай на следующем КД заберем. Ну вообще да, по сути вот этот Heritage Cast, он следующий байер, ну типа на он этот. Он уже просто долго сидит, наверное, недели 3-4, может даже. Каждый раз кого-то, кому-то новому требуется. Ну, спекайся в танка. Уже. В танк будешь. Внимайте. Короче, раздавака, нихера себе. Не ДПС. Все делал тотем. Пирса, ты тут? Блять, забыл на прошлом КД, сколько на роботе, там еще Кирс, по-моему, в топ-2 был, что ли, типа, и сколько там ДПСа был. Это у меня или у тебя было? А у меня сколько, не помнишь? Скиньте ДПС у этот, похудил. В следующий раз можно было посмотреть различия. Кто деградирует, кто наоборот эволюционирует в плане ДПС. Чё, Лёв, после ока обычка как договаривались, за долгоногом мы не идем, да, в хорошую? Ты договаривал. Ну ты чё, забыл? Ну ты сам говоришь, Делорес, тебе надо долгоного выйти, там 30 кадров и это. Внутренний голос был просто. Мне проще тебе его подарить. Подари мне. Ну, черно мало купить. Я тоже не откажусь. Подарите. Там минимальная цена на него 200к. Ну максималка, да. Подарите, продавайте. Хотя нет, вон Амир, по-моему, за 100 с чем-то покупал. Или за 90. Ну, значит, там люди спали. 98. Но он давно покупал. Всего лишь надо было его выбить давным-давно, когда кара только открылась, а когда он был прожимной, и пусть в банке лежал бы. И все. Когда только открылась кара, не понимаю. Когда это кара Гер открылась, он был прожимной на хаст. Не, это херня. Только он потом в банке полежал, я его достал, смотрю, он уже поменялся. Не, ну копыта просто сложнее его было убить. Сейчас нет. Я много людей знаю, которые долгоног получается выраливали, там брали, потестить, когда он хуёво был, удаляли просто. Он вот тут. А потом ныли, хорошо поняли. А мне вообще челик уступил за печеньку долгоног. Пару секунд сейчас, Сахару, давай какую-то свою. Ладно, стан пока. Чё, мой дозан, когда теперь кару Гер будем собирать? Когда все РТ кончится. О, это, блядь, среда. Ну да. Может, завтра днём? Можно.
Завтра днем у нее... Я могу тоже пойти в Кару, наверное. Завтра днем он идет добивать Султа 25. Но это получается либо воскресенье, либо понедельник у него выхода. А потом сразу Ресхэм? Ну вообще, в воскресенье я планировал. Чё-то Ресхэм, давай рейди. Давай сразу, там никто не придет опять. Воронка. Кто сказал Воронка? Где? Ну тогда нормальный рейд был, просто немного не повезло. Если не повезло, там паладин каждый трай умирал по три раза. В Вене, не вроде? 200 тысяч всего лишь добили, а чё вы? Ну вот если там кто-нибудь не умер, то добили бы. Э, кто там фир дает? Эх, Конька, как тебе повезло, а? Воид! Почему? На меня варфер ноут. Я тебя убить хотел. Вот там бьется. Блять! От себе. Ага. Ой, фу. Отойдите, там босс первый трэш идет. И босс бандер свой. Вот от дема. Ты учитывай, что там же еще на рублетовском маке был. Коника, это была бы мгновенная карма. Подожди, сейчас Сергей распадет. Да пройдем массу диспелом просто снимите и все. Залетайте! А ты как-то массу умудрился умереть, кстати, когда вырез? Ты на лезвие порезался или что? Ну первый, да, там лужа вроде кривая. А, понял. Вот, а ты чарж просил, ты по уману смотрел? Ага. А чё? Вмешатель. Боешка. Да, да. А чё ты? Так у меня же тоже есть уман, я бы мог. А чё ты мог ГПшку дал лага? Это предупредительно, это сотру. А. Че обычно больше да? Бои. Вагана ставлю ГБ. Вообще 4 вара, yes. Которые вмешательство правильно используют. Очень многое решают на этом роботе. А я... вот пианист, я ходил, видел? Я в Кару ходил, да? А, с собой. У меня там был за мной привязан паладин. Я сделал себе пару биндов типа на единичку сальву, да, на двоечку сакра и на троечку типа этот боб. Знаешь, как охуенно было? Я переключаюсь в второе окно, там 1-2 прожал и дальше с собой дамажу. И этот, блядь, на пятерочку таун. Да, конечно, ребуты сегодняшние это веселые. Воронка. Видишь, Вага, вспомнил про воронки, вот я и не... Фир, готовьтесь, скоро понадобится. Короче, я пульнул. С одного добьем, плюс. Кто? Банально. Фир готов. Пианист! Сука!
Это ж просто палом, блядь, и выбрать именно сову. Знаешь, ты бежал, блядь, скибеней просто. Знаешь, самая фишка в том, что я тебя бить стал сразу. Типа, о нет, он прибежит там из-под трэш и даст стан. Это антиконтрольно. Бое. Иди сразу види следующий. Так, здесь, короче, что делаем здесь? Надо кому замены босс или нет? Чёрт. Полина сейчас звездочетом. Полина писала Анатур. А, так, рыбку поставлю. Так, короче, что мы делаем дальше? Рыба. Поставлю. Да, я не буду ставить. Так, раздавак. Два вара. Три даже вара. Листы сбиваете. Коват. На боссе там плюс трэша. На пол ему поотдаете слабик Артемия Коника. А я вместе с танкилом по контролю. Все. Косты не забываем сбивать. Стараемся как много больше дать и быстрее боссу. 3 минуты, блядь, до Геры. Ну, в принципе, похер. Без ярости. Я могу в котика прыгнуть. Уже да, контроль. Второй раз. Нормально, чё? Контроль этот, мобы. Сейчас выйдут туда под танк. На пульсе мобы хоповат. Не бейте. Поляжет. Так, ловушка подскажу. Все, контрольчик. Есть. Вот. Жили не на вагу. Сильнее по боссу. Слабо очень. Но больше урона. Все, череп сюда.
Затаунится. Вот тут убейте чего. Рковато трэш на пульс. Вред даже трэш. Раптор. Так. Ну, короче, того контроля. Каст. Звездочёт. Я ему в 5 должен быть. Лям. Даже норму на 2 ляма перевыпал. Череп, идите туда все. Сместитесь от города. Моба. На пол. Да. Я навсегда избавлю вас от мании величия. Второго контроль. Первого снимаем. Быстрее, как долго. Ну что там, Гера будет, нет? Кстати, да, пора. На ласт фазу. Точнее, на вторую. Давай, давай, Гера. Есть, выбежи. Рейна отрыв. А еще. Ключ еще одна будет перепаска. Если, конечно, там раздавака не бурстанет. Все, там и стойте, тяните на себя это. Пол трэш. Заранее ловушку поставили. Крестик сливается. Этот анкел со мной под виду этого. Подальше поставишь сейчас босс. Хорошо. Сейчас давай. Не знаю, подними на эликс. Убивайте босс. Бьем, блядь. Я лучера разрулил. Жезл никому не надо, даже на успех. Карине, значит, отдадим. Всегда мечтал. Успех жезл. Так, кольчуга на РПБ. Шамоголу отдадим. Поножи. Пульный.
Начислила тебе, начислила там 778 ГП или нет? Нет. 8. Поехали. Мы по солку куда-нибудь пойдем? Тоже его знает. Не знаю, может резко хэмку сходим. Как раз и нету тех, кому. Да-да. Может быть, стану бисовым разбудником. А что тебе надо там? Мне чешка нужна. А-а-а. Мне тоже надо чешка. Патрон. Не милишная нужна. Милишная. Конник, не сегодня. Я тут подумал и решил на танку взять милишную. Говорят, ДПС. Конь, вот ты думаешь сейчас, что он шутит, а он мне именно так с плащом когда-то обломал. Уже прошло 3 месяца, может больше, а я все без... Люблю милишную. Потом, когда мы все эти шмотки выбьем... Дайте средств. Слейте там мобов быстрее. То я тут держусь из последних сил. Перед боссом будут заметны. Сильте, сильте. Ладно, потом освободишься, заберешь вот этого, который крутится. Можно меня подвести? Ой, это в плотике, что ли? Да и стан по нему пропадет, серый тип. Заметь, меня не было, упало 6 человек, но я не побольше. Та же история. В смысле, ты можешь на МСП кролила? В следующий раз я снимать. Вот видите, что у нас на конце там башка идет. Сока хэм. Сока. Вот он. С части станет. Сколько надо задонатить сервер, чтобы админы сделали легендарный щит для протовара? Зачем донатить? Поднял на кель. Да нет, другой. В смысле, как шемка, только щит. И там, чтобы написано было только для протоваров. Согласен.
там одеваешь. Агро плюс 1000%. Это сейчас признала, что больше, кроме легендарного щита, про товары ничего не спасет? Можно еще пуху, тринку. Которая падает в скиллер. Станчи форики с шемкой и с щитом. Легендарная. Тринью, которая с этого скеля, да? Если ты умер, тебе можно реснуться. Ага. Бесконечное количество раз. И щит столько абсорба, блять. Столько это мало. Ладно, 200. Да какое там 1000 хватит абсорба? Не, лучше сразу 2-3 ляма, чтобы типа спулил босса, один удар сделал и отошел. Как пенис сделают. Ну. Там говорит, если вы агро будете срывать, типа скажите, я пару кнопок нажму. Я не помню, куда мы так ходили, но такое было. Тухлый. Где на любой босс вообще? Просто full set шмота, и он бы назывался тапки про товара, там, перчатки про товара, щит про товара. Неправильно, легендарный щит про товара, да, вот да, так да, вот. Да. Легендарный щит легендарного про товар. Это вообще пиздец. Нет, ну это слишком сильно. Тебе вместо щита нужен это, сидушка из-под унитаза. Стульчак называется. О, да. Грамотные люди поправили. Легендарный стульчак про товар? Да. Плюс 1000 резитов ко всем. И горшок на голову можно. И фласку новую. Не на 100 силы титана, а на 100 силы крутовара. Там сила и выносливость. В одну руку стульчак, в другой ёршик. И с горшком на. И с горшком на голове. Кричишь из горшка. Да, и кричишь на хп. Но бумагу как этот, плащ или шарфик повесит. Ленточка прелесть. Бумага в хенты, да. А освежитель стрелковая, да? Да. Вага, я ж ставил ГБ пораньше чуть-чуть. Вон ГБ, вон ГБ. Вон ГБ это ник такой. Нормальный, да? Да, кстати, нормальный ник на туре. Нормально. Грибу подойдет как раз на двина. А прикинь, ник просто про товар. Перед келем 5 минут перекура. Видели на мобе ПСК было? А, нет. Я сегодня охренел, когда у Довари 35 человек пришло. Вот этот Шаки, это из них новенький тоже, да? Но он уже не КД 2, наверное, ходит. Если не 3. Он ДВшник. Сегодня 35 человек в Довари пришло.
Ну пришло там меньше, под конец было 35. Блять, да сколько тут трэша, пиздец. Ты вот просто в этих инстах дольше чистишь трэш, чем бьешь босс. Трэш это святое. Трэш это единственное место, где товар может показать, где его место. На кладбище? Бля, из этого я испытание крестоносца прям топовый инст, да? Рейд. Вот да, зашел, вот просто. Блядь, даже бежать никуда не надо. Стоишь нахуй, тыкаешь NPC, боссы к тебе идут сами. Вообще идут. Охуенно, да, Дворус? Вообще. Один раз только до этого, на лоста там, до Ануба добежать чуть-чуть по водичке. Да и то можно петом сагрити привезти. Нет, там и выйти. Да? Надо в комнату зайти опять. Не, ну в комнату там два шага. А Ульдуар знаете? Ой, блять, ой, зачем ты Ульду напомнил? Типа там тут только ботанический квартал или как он там? Чего только стоит? Ботанический квартал. Блять, я не помню, как он там называется. Оранжерея жизни. Вот. Квартал про товаров. Там где сумка на лохе падает. Сумка бисовая. Я упал. Бисовая сумка. С травой, которой нет даже волка. Да, да, да. Там зелье падает. Только когда зелье про товары выйдет. Да тут там этот босс с руками прикольный. Угу. У нас был баг, руки висели в воздухе, блядь. Чё, кто-то замены надо суммонить или пуляем? Я же сказал, перекор. Таймбрейк поставьте. Ну такие рейды у нас были, мы там просто до слез хохотали. Самое хохма это в начале, когда на тачке рассаживаются, это уже пиздец, блядь. Там багаются типы, блядь. Один челик в ПКД, короче, приходил, блядь, и багался в пушке и убирал, блядь. Не могли сделать эту хуйню, чтобы вот 5 живых, типа, блядь, пройти. А там же, чтобы к этому, к первому боссу пройти, насколько я помню, нужны эти... башни, да, снести? Не обязательно. Там на ачивы. Каждый ачива раз. Да. Чем меньше башен, тем меньше у него хп. Если вообще башни не сносить, там у него, блин, столько тонн. Ну это хард-мод считается. Очень давно в Ульде просто был. Там его бить устанешь просто. Нет, там просто стакали. Да ладно, там 5 минут, блядь, делов-то. Там настакали, убили все. Касты избивать главное, это еще. Это надо, чтобы все всё знали. Вот, например, я пока не поездил в этом мотоцикле, я не знал, что типа мотоцикл основная... Так туда... Основная задача мотоцикла не только вот эти лужи кидать под босса, еще и трэш, когда появляется, вот этот, то есть 4 башни не убивал, трэш агрить на себя и уезжать типа от него, потому что этот трэш, ну, загасит все. Так, кому босса? Да. По линии надо было замены, я имею в виду, они с тех, кто... Чё, больше никому не надо? А вдруг маунт? Там с хэнки будет падать маунт. Ну ты, конечно, загнул. Так, короче, это... Кому босс не, ну... Чё, на этой неделе Келли убиваем, да, в хэнке? Сейчас как хуяк ведь и выпадет, и сова зарубит. Блять, Лёха, я бы послакал, если бы мне кто-то стрим подрубил. Меня уже спать рубит. Сейчас ночью. Не ты один. Дого, расходимся тогда. Ладно, тогда делаем каким образом. Ой, ты идёшь слакать. Ходим. Спасибо. Может кто стрим подрубить, чтобы я смотрел? Мне лень, если честно. Рыбу ставлю. Шкаф поставьте, смотрите всех. Не, ладно.